Расскажите свое отношение по поводу вот самого драфта, потому что многие команды сказали, что они не одобряют эту идею. Что вы думаете по этому поводу? Я одобряю эту идею, поэтому я здесь, и мне нравится смотреть за процессом. Уже подметил себе несколько футболистов и считаю, что было бы правильным, чтобы они играли и выходили. Постараюсь сделать все возможное, чтобы из двух футболистов, которых мы планируем взять, один играл в стартовом составе. То есть у игроков с драфта точно будет шанс закрепиться в ФК БАС, правильно? Все зависит от них, если они будут на голову выше тех футболистов, которые сейчас у нас, так скажем, на просмотре, на отборе, то почему бы и нет? Футбол.